Такс, книга и сфирь. И было в дни Артаксеркса, какая замечательная фраза. И было в дни, вот сейчас, в эти дни, в которые мы живем, как они описаны в Библии. Евреям 1 глава, 1, 2, 3 стихи, говорится о чуде. Раньше Бог разговаривал многократно, многообразно в отцах наших, в пророках. А вот в эти дни, в дни Иисуса Христа, Господа нашего, особенные, в дни Церкви, в дни благодати, Он разговаривает, и происходит чудо. И это чудо такое. Люди, как будто бы живые, рождаются свыше. Люди, как будто бы обучаются и в детских садиках, и в школах, в институтах, в аспирантурах, в академиях и так далее. И обучаются Слову Божьему. И в их умах происходит удивительный процесс, когда не пресс знаний науки возрастает, а возрастает удивительно Бог, Его Слово. И потом оказывается, что для этого человека, который родился свыше, для него всегда вначале есть Слово Божье. Это Слово исходит от Бога. Это Слово само Бог. Он все творит в нашей жизни. Ничто в новом человеке не может сотворить что-то, кроме Иисуса Христа. И Он этому новому человеку объясняет. И это объяснение становится светом жизни. И мы в этом свете ходим и видим удивительное. Мы видим Его, мы видим перспективу, мы видим небеса. Мы видим своих близких, мы видим их страдания и готовы помочь, потому что сердце Бога теперь бьется в нас, и оно бьется любовью, благодатью, прощением, заботой, милостью. Какие мы с вами привилегированные люди в эти дни, в дни благодати. В дни Иисуса Христа, в дни тела Христова, Церкви, радуйтесь, Господи. И еще говорю, радуйтесь. Так сказал апостол Павел. Благослови вас Бог.